Друзья, привет! Друзья, вчера видел очень нелицеприятную картину, которая меня прям так взбудоражила. В связи с этим я написал стихотворение. Сначала я вам покажу видео, которое меня взбудоражило. Затем прошу вас посмотреть само стихотворение. Будьте здоровы, приятного просмотра. Любуйтесь, прямо у магазина пьянь валяется, дерутся. Надо же быть такими упырями, это просто вообще жесть. Это вообще, это не люди, это сволочи какие-то. Живите трезво. Действовать. Загнивание молодежи, разложение общества. Стали все на фейк похожи, ни имени, ни отчества. Ходят пьяные подростки, топчат кедами асфальт. Давно готовы гробов доски, останется один базальт. Прекратим продажу ядов повсеместно, на ура. Наркотических снарядов нужна только лишь искра. Всех здоровых и умелых призываю помогать. Время действовать для смелых, нужно только побеждать. Алкогольную заразу мы отвадим навсегда. Вместе, сообщай сразу, хватит этого стыда. Главное, хоть что-то делать, хоть репост поставь, хоть лайк. Денег из тебя не просим, весь ресурс людской – клондайк. Трезвость – благо человека, ты ее всегда храни. Проживешь еще два века, счастьем, горю вопреки. Будьте здоровы!